Потерь пострадавшая есть? Вон труп-то точнее, мясо все разорвано. Смотри еще, если будет кого необходимо селиться на время, жителям скажите, если надо, кому там нужно. Это улица Роза Люксембург, 77. Три воронки возле дома. Один погибший. Сегодня есть для ночевать? Да. Ну то что, если надо, где это самое, жилье? Жилье вам надо? Ну временно. Временно жилье? Там в общежитиях мы подоговаривались. Детям звоню, а это Санька все в шоке. У меня встречи брата. Ты что, придете ко мне в исполком завтра? А вы же знаете, Саша, это скорый Александр Митрофанович, он же живет. Он же сам скульптор. Это же брат. Ну это брат, это же брат. Понимаете, это же люди такие, это же... От Бога люди, они не художники. Если... Вы слышите, давайте мы... Ну, нужна какая помощь, завтра придите ко мне в 9 утра. Барашинов не исполком к 9 утра, жилье. С утра ко мне подойдите, я вам отвезу. Мы отвезем, вас отвезем. Начальник заказа. Вы добросовестно все исполняли. Ну, как мы относились. Какой человек, сколько мы 45 лет прожили. Завтра, завтра. Смотрите, завтра к 9 утра. Саша там говорит, приеду сюда с Юра, со всеми приедет. Александр, ну знаете, это брат. Моего мужа брат. Мы, я не верю, понимаете, мне не верится, что его нет. Не верю.